Выступая на форуме, Владимир Путин также прокомментировал задержание активистов Greenpeace, которые сейчас находятся в СИЗО в Мурманской области. Я в деталях не знаю, что там произошло, но совершенно очевидно, что они, конечно, не являются пиратами, но формально они пытались захватить платформу. И ведь наши правоохранительные органы, наши пограничники не знали, кто пытается захватить эту платформу под видом организации Greenpeace. А особенно на фоне тех кровавых событий, которые происходили в Кении, всякое ведь могло быть. Кто захватывает, мы же не знаем. Совершенно очевидно, что эти люди нарушили нормы международного права, сблизились на опасное расстояние с платформой. Вот при акциях подобного рода, а там проводились в этот момент и подводные работы, могло произойти все что угодно. И операторы могли ошибиться, и технологические сбои могли произойти. Создана была угроза жизни и здоровью людей. Разве такие пиар-акции стоят возможного наступления подобных тяжелейших последствий? Было бы гораздо лучше, если бы представители этой организации сидели в этом зале и выразили свое отношение к проблемам, которые мы обсуждаем. Заявили бы или свои претензии, либо свои требования, сформулировали свои озабоченности. Ведь никто от этого не отмахивается. Мы и собираемся на мероприятия подобного рода для того, чтобы обсудить все эти проблемы.